Погода в Беларуси с зимним характером. Накануне в Минске на улице Воронянского порыв ветра опрокинул остановку. Павильон упал в метре от пешехода. К счастью, никто не пострадал. Такие погодные условия провоцируют и ДТП на трассах. Песчаные бури снижают видимость, а упавшие из-за сильных порывов деревья блокируют дороги для водителей. На сегодня синоптики прогнозируют снижение ветра и кратковременные осадки.